Всем привет! Вы на канале «Цветоводы всех стран». Объединяйтесь. Меня зовут Юлия. Сегодня у нас 27 октября. Мы едем на дачу. Не запланировано была у нас эта поездка. А почему мы решили все-таки на пару часов съездить на дачу? Сейчас приедем, и я вам расскажу. Приехали мы уже на дачу. Иду я такая с сумочкой. И как вы, наверное, догадываетесь, привезла я много интересных растений. А откуда и какие растения, сейчас я вам расскажу. По дороге радуюсь. Посмотрите, какие еще цветочки растут у нас на даче. Прямо на дорожке проросли. И такая красота. У меня в сумочке замечательная, чудесная, очень красивая хризантема. Посмотрите, какой цвет, какой кустик. Вот такую хризантемку, как и остальные растения, я получила в подарок. Лапчатка. Это тоже растение, которое никак мне пока не удается. В том плане, что я покупала в разные года, в разных местах, разных цветов это растение, но так ни разу она у меня и не прижилась. В принципе, даже до высадки в открытый грунт были это растение в горшочках. Я их покупала весной, но они даже не доживали до высадки в открытый грунт. Вот попробую посадить теперь с открытой корневой системой. Но это растение мне подарил такой добрый человек, что я уверена, что все приживется. По крайней мере, так было всегда, когда я получала растение от этого человека. Веревочка – это для моих поделок. Очень я люблю использовать вот такие веревки в моем природном саду. Всегда они бывают кстати. Спасибо большое. Так, это магония. Тоже растение, о котором я очень-очень мечтала. Оно необычное, немножечко колючее, но красивое во все времена года. И в какой бы уголок сада мы ни посадили это растение, оно всегда будет солировать, оно всегда будет выделяться, потому что у него такие блестящие листья. Сейчас вот в осеннее время, видите, какая окраска у них необычная. Очень-очень я рада этому растению. Так, самое главное сейчас всему найти место. И вот еще огромный клематис очень красивого цвета, такого сиреневого, что ли, синего. Если сейчас найду, где-то был цветочек от него. Вот, по-моему. Вот. Ну, уже тут, конечно, разглядеть что-то сложно, но вы видите. Примерно сможете представить. Вот он. Такой. Фиолетовый, да? И вот то, что сейчас пока еще в газетке, но судя по запаху, я догадываюсь, что там. Давайте развернем и посмотрим, права я или нет. Итак, достаем. Ух! Запах, конечно, впечатляющий. Конечно же, это рябчики. Рябчики, которые, может быть, конечно, сейчас уже и поздно сажать. У нас через 3 дня ноябрь как-никак. Но ничего, попытка не пытка. Ох, ароматы, ароматы. Так от кого же я получила эти чудесные растения? От моей дорогой и любимой Зоеньки. Кто давно смотрит мой канал, очень часто слышит это имя, потому что за эти 2,5 года, пока у меня образовался канал, этот человек мне стал по-настоящему дорог, близок, и я ее считаю уже просто родным человеком. Общаемся мы не только на канале, но и созваниваемся, встречаемся. Она приезжала 2 раза ко мне на дачу. И вот вчера в очередной раз состоялась у нас встреча.
очень так все сложилось благоприятно. Мы мечтали о встрече в этом году, но по стечению обстоятельств не получилось у нас встретиться. Но судьба была к нам милостива. И конкурс, танцевальный конкурс, на который мы ездили с Полиной вчера, в субботу, состоялся как раз в том городе, где живет Зоенька. И вот она приехала к нам и концерт посмотрела, и привезла мне подарки. Это не все подарки, часть подарков осталась дома, обязательно вам сниму, покажу. Но есть главный подарок, основной подарок, который меня потряс до глубины души, но я вам сейчас его не покажу и не расскажу. Это будет тайна, тайна до весны. Весной я вам покажу. Я думаю, вы тоже офигеете. Другого слова подобрать не могу. Так же, как и я. Я была вчера в полном шоке. Сегодня всю ночь практически не спала. Думала. Но об этом мы поговорим весной. Дай-то Бог, все получится. А сейчас давайте я вам покажу те подарки, которые я не привезла на дачу. А еще Зоенька привезла для Полины вот такие пирожные. Мы сейчас попили чай с утра. Очень вкусный, свежий-свежий, нежнейший бисквит. И вот такие молодильные яблочки. По-другому назвать не могу, потому что они такие красивые. Это у Зоеньки растут такие яблочки на даче. Их просто даже жалко есть. Настолько они красивые, блестящие, яркие, красные. Замечательное украшение для кухни. Ну, конечно, мы их съедим обязательно, потому что они еще и очень-очень вкусные. И вот такой замечательный, просто чудесный горшок украшает теперь мой подоконник. Это тоже подарок от Зоеньки, такое кашпо для цветов. Здесь, потому что дырочка, я уже посмотрела. Думаю, может быть, как вазочку его можно использовать. Нет, вот такой башмачок для горшочка с цветами. Естественно, мои любимые птички тут примостились. Ну, чудесное, чудесное кашпо. К сожалению, не нашлось у меня горшка, который бы подошел по размеру в этот ботиночек. Но ничего, я обязательно что-нибудь придумаю. Может быть, пока буду использовать как вазочку для сухоцветов. Какие-нибудь веточки красивые поставлю или свои цветочки, если они по высоте мне подойдут. Ну, в общем, обязательно что-нибудь придумаю и потом вам покажу. А пока просто любуюсь вот такой чудесной компанией птичек, сидящих на старом башмаке. Удивительно симпатичная вещь. Зоенька, огромное тебе, огромное спасибо за ту радость, которую ты мне приносишь. Уже не первый год мы с тобой дружим, и с каждым годом наша дружба становится все крепче. И знаешь, Зоенька, вот каждую нашу встречу, каждый наш с тобой разговор по телефону или даже просто, когда я читаю твои комментарии, я чувствую столько теплоты, столько, не побоюсь этого слова, любви ко мне, что, ну, каждый раз я задаюсь одним и тем же вопросом. За что? За что вот мне такое счастье встречи с таким человеком, как ты? Я очень-очень благодарна, что ты у меня есть. Спасибо тебе, моя хорошая. Я тоже тебя очень-очень люблю. И всем моим зрителям я хочу пожелать таких же замечательных, добрых, любящих людей рядом с вами. И, конечно, мир в наши дома. Пока-пока.